И вот мы дошли до рынка. Здесь продают кожаные изделия. Погуляемся маленько. Смотрим, что здесь. Все из кожи. Quanto vieni, scusa? 70 euro. 70 euro. Vuoi vedere? No, no, grazie, no. Che borsa vostra? Ma usa lei. Какую сумку она хочет? Я говорю, знает она. Объясняет, какую хочет, пусть Лерочка сама выбирает. La borsa sac. Sacco. Ну, такое объемное, чтобы туда одежду свою медицинскую складывать. Zaino, si sta cercando zaino, aspetta un minuto. Andiamo, ora si sceglie. Sì, poi dopo si facciamo gelatino, magari poi si ritorna. Он говорит, хорошая цена, куда мы, это не выполняет эту работу, я говорю, хорошо, проблемся, потом пройдем.